Женя, я нашел новый вкус чупа-чупса. Сейчас я попробую. Да я болею! Имя главного ПВО Твича – Данила Киселев. Дане 21 год. Дерзко создал свой канал 8 ноября 2017 года. Первый стрим на Твиче Дерзко провел 24 октября 2021 года. Этот стрим длился ровно 1 час. И средний онлайн составлял 5 человек. Затем Дерзко еще дважды в ноябре того года постримил Outlast и решил сделать перерыв от стримов на Твиче на 2 года. Аватарка Дерзко – это Стюи Гриффин, персонаж мультсериала «Гриффины». Дерзко живет в Мытищах. Когда Даня учился в 5 классе, он вместе с родителями и друзьями жарил шашлыки недалеко от жмурика. Мы как бы уже, ну, чуть-чуть начали приближаться. Смотрим из-за кустов. Лежит чел на матрасе. На вообще матрас обосранный, в одежде, вот просто лежит и рядом воткнут нож. Мы настолько быстро побежали, я не знаю. Мы прям вот такой гурьбой, вот как мы посмотрели, вот самый первый увидел чел, начал орать. И вот даже люди с задника, которые еще не увидели ни хуя, они тоже начали орать и просто, ну, на адреналине обосранные начинаем убегать. В ГТРП? В ГТРП все происходит, естественно. Зрители своими донатами помогли собрать Дане деньги на компьютер. И на iPhone, и на вебку, и на VR. Раньше Дерзко пел на стримах без вебки. Мои пачки в Гуччи тачки, пачки, я на тачке. Мои вещи в Гуччи пачки, жопа чучи, чуси тачки. Мои деньги неси, да мои деньги неси. Даня не любит готовить. Даня любит рыбные палочки. Даня не умеет плавать. У Дани нет отца. Пока что Даня, Данечка, Данюша живет с мамой. И он старается часто радовать ее. Красиво, да. Это экзотика, мама. Дань, вот прям вообще. Тут эскалит и хризантемка. Да люблю очень. А ты у меня? Рост Дерзко 1 метр и 69 сантиметров. Вес 62 килограмма. Раньше у Дани были волосы. Это Даня в Москве. Дерзко никогда не будет рекламировать БК или казино. А так он крутит слоты каждый вечер. Дерзко танцевал перед своей кураторшей. У Дани такое же постельное белье, как у меня. Раньше у Дерзко стояла такая заставка перед началом стримов. Даня изначально все знал. Дерзко выкладывал свою голую фотографию в Телеграм. А у меня в Телеграм-канале вы найдете секретные 100 фактов, которые никогда не выйдут на Ютубе. Подпишись, пожалуйста. Даня никогда не был за границей. Ментальный возраст Дерзко 15 лет. Даня никогда не дрался в школе. Самый длинный стрим Дерзко продолжался более 5 часов. 22 дня, именно столько подряд стримил Дерзко. Средняя продолжительность стримов Дерзко составляет 3 часа. Больше всего на стримах Дерзко играл в Майнкрафт. Раньше Дерзко называл своих подписчиков гантельками. Наушники с микрофоном, которыми Дерзко пробивает звуковой барьер, стоят 399 рублей. Раньше Даня пылесосил свой микрофон. Первая игра, в которую поиграл Дерзко на стриме, не учитывая Outlast, была Rocket League. Иногда Дане бывает тяжело уснуть ночью. Недавно Дерзко удалили зуб мудрости. Даня не курит и не пьет. Это Даня в первом классе. Братишкин давал рейд Дерзко. У Братишкина и Дерзко должна была быть коллаборация. Но что-то пошло не так. Алло, ты когда мне ответишь, блядь, на мое сообщение, которое я тебе пишу целый день, ладно, я один раз тебе написал, алло, блядь. Когда ты мне ответишь, пускай жизнь за... Поиграем, блядь! Ну спроси уже! Почему я тебе пишу, а ты не пишешь? Объясни! Спасибо, блядь! Спасибо! Хесус еще давно заметил Дерзко. Я просто подсасываюсь к чуваку, который в скором времени, возможно, будет набирать больше зрителей, чем я. И я как бы заранее говорю, вот, мол, ребят, смотрите, будущая звезда, заметь меня в будущем, если что, я тебя заметил раньше всех. Вот, если что, это я Хесус. Потом мне рейд дай, пожалуйста. У Дерзко IQ выше, чем у меня. Раньше випка на Твиче Дерзко стоила 69 тысяч баллов. Но устрой донатил Дерзко. Корпус компьютера Дерзко называется... Понос. У Дерзко был свой сервер в Майнкрафте. На 5000 фолловеров Дерзко ел ананас. Дерзко ломал киянку на стриме, но подписчики подарили ему кияночку побольше. Дерзко считает Карину Стримершу самой красивой девушкой на Твиче. Даня смотрел видео Ивана Зола на стриме. На первом ИРЛ стриме Дерзко показал, как правильно подтягиваться, и чуть не упал в речку. Подписчики Дерзко подарили ему обезьянку на ИРЛ стриме. У Дерзко был один бан на Твиче. Самый популярный Твич клип Дерзко набрал 11,5 тысяч просмотров. HQC реагировал на ТикТок Дерзко.
Дерзко помог мне сделать это видео, спасибо тебе. У Дани все еще нету галочки на Твиче. У Дерзко сейчас действует TikTok конкурс, в котором ты можешь получить деньги. Всего за этот конкурс Даня выплатил уже более 450 тысяч рублей. А ведь раньше денег хватало только на гречку. Если бы Даня не тратил эти деньги на конкурс, то он смог бы купить 6,5 тонн гречки. Ну или 56 тысяч чупа-чупсов для беляша. На данный момент в пике Дерзко смотрело более 6,5 тысяч человек. Дерзко прошел онляп за 219 минут. Не все могут угадать его рисунки в гартике. Даня летал в Питер. У Дерзко хорошая реакция. Что такое секс? Одну секунду. Дерзко вместо микрофона использовал собачку. Даню показали по российскому телеканалу. Дерзко чистил овощи на стриме. Еще он ел сюрстрёминг. Дерзко делал косплей на фею Звинкс. 27 октября Дерзко вступил в Twitch сквад Шпана. И ему на стриме Николай объяснял правила этого сквада. А еще они играли в шахматы. Беляш предал Дерзко. Первое шоу, на которое позвали Дерзко, было «Слабое звено». Также он поучаствовал в шоу «Талантов». Еще Беля жестко обманывал Дерзко. Беляш является менеджером и модератором Дерзко. Инстаграм Reels Дерзко набрал более 15 миллионов просмотров и более 1 миллиона лайков. Это первый тикток Дерзко, который завирусился. Самый популярный TikTok набрал более 8 миллионов просмотров и набрал более 1 миллиона лайков. Всего на соцсети Дерзко подписаны более 260 тысяч человек. На своем YouTube канале Дерзко обучает людей, как правильно качаться. В жизни Даня очень добрый человек. Подпишись, и у тебя вырастут мышцы. Блин, окей, бро!